Владельцы этого имени всегда готовы помочь, но иногда бывают капризны. Владельцы этого имени подходят ко всему практически, что позволяет легко достигать различных задач. Буквы «Н» приносят в характер отрицание и сомнение. В любви часто капризны и нуждаются в человеке, способном управлять отношениями и принимать противоречивый характер партнера. Люди с этим именем отражают полное стремление к самообразованию, экспериментам и достижению успехов в выбранной отрасли. Размышление, обдумывание перед началом дела, ориентация на семью, готовность помочь, иногда капризность – вот истина этого имени. Бывает так, что в жизни владельцам этого имени часто попадаются определенные цифры, что несет за собой определенные значения. Если они постоянно встречают цифру 22, то стоит прислушаться к знакам судьбы, так как считается, что ангелы сигнализируют им о чем-то. Звук «Н» говорит о высокой трудоспособности и одновременного отвращения к бесполезной работе. Им как воздух требуется впечатление, возможно, застенчивость. Им не составляет труда добиваться успеха в профессии, однако астрологи отмечают их неуступчивость. Предпочтение часто отдают тихой и спокойной жизни, а в любви способны идти на любые жертвы. Носителю этого имени просто необходимо укреплять свое тело в избежании различных проблем и трудностей. Иногда носители этого имени упрямы, заботливы и в то же время застенчивы. Звук «Г» указывает на стремление к знанию и к тайнам жизни. Люди, в чьих именах имеется буква «Г», любят рисковать и искать нестандартные пути. Обладатели имени трудолюбивы и упорны, но в чувствах редко способны на нежность и внимание. Проявляют лидерские качества и не нацелены на достижение результата. Обладатели этого имени достаточно трудолюбивы. В тех именах, в которых встречается гласная буква «А», труд – их природная потребность. Но не любой труд, а лишь тот, который они самостоятельно выберут. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.